В 1979 году советские войска вступили в Афганистан под видом оказания помощи правительству Демократической Республики Афганистана для урегулирования внутриполитической ситуации в стране. За 10 лет этой войны погибло более 15 тысяч военнослужащих, среди которых 301 являлись уроженцами Молдавской ССР. В память об этих событиях 15 февраля 2004 года на месте будущего мемориального комплекса была заложена капсула с землей с могил молдавских воинов, погибших в Афганистане. 20 мая 2007 года в Кишиневе состоялось открытие мемориального комплекса «Сыновьям Родины. Вечная память». Это совместная работа скульптора Бориса Дубровина и архитектора Василия Еремчука, где каждый элемент символичен и имеет свое значение. В верхней части композиции – крест. В центре нижней – каменный черный тюльпан, символ печального груза 200, одновременно напоминающий по форме вечный огонь. Двигаясь вдоль гранитного круга, обрамляющего мемориальную композицию, можно прочесть все имена погибших. Чему посвящен данный памятник? Насколько я понимаю, он памяти всех, кто пострадал в войну в Афганистане. Чисто символически, ну, не выражает этот памятник никоим образом жертв именно афганского конфликта. Находится скорбящая мать, здесь ничего как бы другого не добавишь, это те матери, которые потеряли своих детей во время этого конфликта. Почему в афганской войне участвовали люди, проживающие на территории Молдавской ССР? Ну, вообще они жили на территории Молдавской ССР, а вообще были гражданами Советского Союза. На тот момент Советский Союз, как вы знаете, а может быть не знаете, вел войну. Ну, я лично считаю, что они погибли зря. Ну да, это была часть СССР, Молдавская, но они ни при чем здесь, это вообще Афганистан. Советский Союз не имеет значения, они советский народ, не имеет значения молдаване, казахстанцы, русские. Они солдаты Советского Союза, они давали присягу. Имел ли солдат в данной войне право выбора? Не было какого-то специального призыва, там в основном были добровольцы. Поэтому добровольцы, которые взяли в руки оружие, погибли. Ну, может быть, есть ребята, которые хотят воевать, у которых это, они считают, что это их призвание. Но я считаю, что если бы у них было право выбора, то очень многие не погибли бы просто там. Остались бы с семьей. Юхрядка, ну, облегат за хвост. А за хвост он долгий интернационал. А тунча шейра учинский, варькаря шейра мной едукацка с фачем, с аретенчева, а шейра у нас. Карину врелся, только с крием аэропорт, что я ну прикол не знаю. Погибшие солдаты были героями или жертвами? Я думаю, что нельзя говорить однобоко, что это все герои, там, которые погибли в Афганистане. Там, во-первых, не велись какие-то особо активные действия там, по освобождению чего-то. Это был конфликт интересов. Тот с вами, который прочипат, а ичи, а фост виктимеля чистый конфликт. С прин компортаменту лор, который ей отдал доваден урма честор евнементи, на Афганистан и темными герои. Я считаю, что все, кто ушли на войну, герои, потому что это был не их личный выбор, но они все равно сделали все, что от них требовалось, и как бы, они отдали свои жизни за какое-то дело. Лично я считаю, что жертвам этой войны. Ее кредоша, что мое кредо тут ветераннейший, алчисцениар, а сейчас герой. Актуален ли памятник сегодня? Актуальность этого. Ну, это как советское прошлое, одна из наших исторических ветвей. Я не совсем понимаю, как вообще войну можно пропагандировать среди молодежи. Военный конфликт, который тебя призывали, тут даже если там была часть, которая шли добровольно, других загоняли туда насильно. Если бы не этот памятник, и то, что вот если бы его здесь не построили, то я многого бы не знала вообще. Вообще, может быть, и вообще не знала об этой войне, о том, что погибли ребята. Но для молодежи, я считаю, для молодежи, которая думает, наверное, играет какую-то роль. Ну, нельзя просто так пройти, посмотреть на все имена, которые там написаны, на года, которые там 20-летние, 30-летние, молодые парни. Ну, нельзя просто так пройти и ни о чем не задуматься. Все, кто младше 18, в принципе, может, они даже могут и не знать, и не задаваться вопросом. Вот если у них спросить, они могут сидеть на бортике этого памятника, но они могут даже не знать, чему он посвящен и что там написано. Как минимум, актуальность его должна заключаться в том, чтобы уже молодежь понимала, к чему приводит любой военный конфликт. Что это, по большому счету, большое количество жертв,
масса матерей, да, которые остаются без детей, масса жен без мужей. Здесь очень часто гуляет одна женщина, которая постоянно делает такие банны из цветов и прикладывает их к этому памятнику. Смотреть на это, то есть у нее, скорее всего, здесь кто-то погиб.